Гоняя на перегонки в один прекрасный солнечный день, в моей голове появилась идея отстроить свой мега продвинутый отель с машинами на официальном сервере. И да, это будет несколько серий про создание отеля. Надеюсь, вам они понравятся. Ну а как начнется эта история, вы увидите прямо сейчас. И если ты хочешь помочь в продвижении канала, не забывай ставить лайкосик. Ведь именно так мы попадаем с вами в рекомендации. Всем приятного просмотра. Чтобы играть в нашу с вами любимую игру, нужен хороший ПК. И да, говоря о компах, хочу рассказать вам о HyperPC. Они, кстати, в своей группе сейчас проводят конкурс без репостов, но о нем немного позже. HyperPC уже на рынке большое количество времени, и им есть чем похвастаться. Например, HyperPC Mute — это мощный компьютер на абсолютно бесшумном пассивном охлаждении. Он оснащен новейшими процессорами Intel 10-го поколения и видеокартами GeForce RTX, и подойдет для любых самых требовательных задач. Стриминг, монтаж 8К или самые требовательные игры. Ну а на случай, если ты хочешь кастомизировать свой ПК, то на сайте также есть удобный онлайн-конфигуратор. Вообще, компания HyperPC на рынке уже более 10 лет и заслужила доверие многих покупателей. У них самые лучшие комплектующие от партнеров в лице Nvidia и Intel. Компьютер вручную собирается, настраивается, тестируется и подписывается сотрудникам компании. В общем, если хочешь посмотреть, как выглядят самые крутые игровые компы в 2020 году, переходи по моей ссылке в описании под видео. Ну а теперь подробнее о конкурсе. Чтобы выиграть клавиатуру HyperX Alloy Origins и мышки Pulsefire FPS, достаточно вступить в сообщество HyperPC в ВК, лайкнуть конкурсный пост по ссылке в описании, ну и дождаться стрима с розыгрышем 1 августа. Поэтому переходи по ссылке в описании и всем удачи! О! Привет, пацаны, как дела? Вы не против, если я вас, ну, немножечко... порубаю. Нет? Да? Нет? Да? Нет? Да? Нет? Да? Да? Нет? Окей. Понял. Они убивали всех бомжиков, которые пробегали возле супермаркета. И таких ребят я отпускать просто так не собирался. Опача, а я теперь... Опача, я нашел ваш дом, ребят. Выбрав для себя подходящих противников, я решил отстроиться рядом. И о чудо! Я нашел еще двух ребят, которых они убили и задиспавнили их ресы. Неплохой подгон, чтобы домик тут отстроить и начать прессовать их. Нафармив немножечко дерева, я решил отстроить домик прямо в этом же месте. Ну, просторный, вместительный дом. Вау. Дружище, ну ёпрасотенька. Представляешь, сколько я челика задипал, так что... Дружаня, да, у меня... У меня у самого ничего нет. Кирочку оставишь, если буду признателен, если кирочку оставишь... Поделись. Слушай, давай знаешь, как сделаем? Дом построим, сходим. Я украду у тебя немного камня, но я домик свой расширю, а тебя подниму. Это... Слушай, я ищу вообще тиммейта, я могу надеяться. Не, ну я пока один играю. Смотри, вон, видишь вон тот домик? Там два типа бегают с Томпсоном, поэтому аккуратнее. Да слушай, я на это и надеюсь, я... Позлить пацанов хочу, чтобы выбивать чего-нибудь. Нифига себе, слушай, у нас планы схожие на самом деле. Они меня только что убили на супермаркете. И так как у меня в этом вайпе были планы подстройки моего отеля с автосалоном, мне нужно было найти подходящее место, выбить несколько пушек и познакомиться с моими соседями. Тут второй верстак есть. Так, запомнили, возле супермаркета есть второй верстак. Это хорошо. Да зачем мне тебя убивать? Я за лутом их ищу. О! Да ты задолбал, а твои вышки фиг убежишь, дружище.
Брат, по мне Руф Кемпер наяривает. Fuck you too, bitch. Я так полагаю, все? Бомжи выживания закончено, можно идти разваливать кабины. Первый пункт я выполнил. Я выбил пушки. Осталось пойти познакомиться с соседями. Они рейдят. Они магазин рейдят. Оп, я, пожалуй, побежал. Иногда ящики в сгнивших домах очень даже спасают. Ведь в них можно скинуть свой лут, который ты выбил, и побежать дальше файтиться. Привет. Пушки сами идут ко мне. Я изучал местность, как вдруг наткнулся на клан, который сбивал вертолет. И я подумал, что у меня есть шансы. О, он снизу стреляет. Я тебя сейчас вынесу, тварь. Какой-то неадекват. Далеко вынес, братик. Да-да-да, сейчас посмотрим. Болтовщиков своих попросишь? Мне кажется, они не справятся. У тебя болта нету? Тебе нужно спавниться дома и убивать их, потому что он меня не отпустит отсюда. Ого.
Вы что такие неадекватные, скажите мне? Ну, убили вас, ну, чё вонять-то сразу? Лучше чизи, мы тебя сос... Чё, ебаный? Ё, что ли? Бучи чизи, мы тебя ебаем сейчас вместе с твоим каналом. У вас как-то это плохо получается. Хорош! Чувак, ты красавчик. Он на КД, я тебе больше скажу. Я вот уходим отсюда. Хорош. Красавец. Так как я сбайтил на себя полсервера, мне нужно было немножечко обустроить свой дом. И чтобы он был максимально неприметным, я решил улучшить его в дерево. Ну, мне нравится, как выглядит. Осталось только витринку где-то замутить. Будет вообще пушка. О, теперь я понимаю. Домик выглядит вообще пушечно. Так, и мне бы сюда еще гантрап вот сюда воткнуть и вот сюда. А вот сюда я дверь воткну просто, и тогда никто ничего видеть не будет. Так, это мы скидываем, это скидываем. Я бы тут, наверное, какие-то полки еще сделал, потому что места нет вообще. О, нормально, я считаю. После отстройки дома я пошел фармить артешки, так как мне нужен был второй верстак. Пусто, ну как бы не удивлен. Значит, тут где-то фармила должна бегать, которая это все зафармила. Опача. Одного убил, там второй на коне куда-то побежал. Опа, а вот и фармила. Которую я искал, а вон и он. Ням-ням. Ой-ой-ой. Goodbye. Вот это я поймал, пацанов. 250 скрапа, как с куста. Я, пожалуй, побежал. Отсюда МПшку забрал. Нормально. Ё-моё, слушай, ты можешь бустануть меня? Я забыл то, что у меня... Да, могу. Входа нет. О, спасибо. Мои соседи постоянно сидели на крыше, и я скрафтил лестницы, чтобы пойти устроить им движуху. Понял. Ха-ха. Ого. Ого! Нормально ты выдал, братик.
Я не пойму, откуда они стреляют. Ты уверен, что ты этого хочешь? У меня в доме было все, но не было скрапа. Я хотел сбегать на Airfield, чтобы его полутать, но увидел, что там чинук, куда я сразу же решил сходить. Хилок у меня нет, и это проблемка. Один еще вдалеке я вижу. Лута я уже выбил немало и решил спрятать его в смолстэше, на случай, если меня убьют. Я видел, как забегал тип. Походу, мне не показалось. Капец, это было сейчас страшно. И все шло по плану, пока я вдалеке не увидел их. Всадников. Ё-моё! Они забрали чинук, но труп мы лутать не стали. В итоге я все равно оказался в плюсе. Понимаю, минус чинук. Пью. Братик, чё фармим? Да я ничего не фармим, пытаемся шкаф сломать. Там... Держи от тебя. А, вон там третий снаф, хочу тебя забрать. На-на-на. Это... Какого черта наших с тобой домах знает весь район? В смысле? У тебя есть кирка или ледоруб какой-то? Найс. Слушай, а можно попросить об одолжении? Каком? Нужно одному человечку кое-что передать. Давай, какому? Главному преданному фанату Чизику Андрею Фроловичу привет. Тут типа вот коптерная, вот 180 кп осталось, но я так понимаю, шкаф здесь все-таки. А, ты что-то ломаешь? Я уже почти доломал. Слушай, я могу помочь, если хочешь. Да, давай, я тебе сейчас отремонтирую ключ. Я тут за сырными чипсами. О, здорово. А ты кто? О, а это мой тиммейт. А-а-а. Вот это мой. Ну ща мы тут контент доделаем, присоединяйтесь. Не, пахнет коптером, тут коптер, знаете. Ну, должен быть, пока. Чистик, бустани меня. Реально коптер. О, тут шкаф, но он закрыт. А как мы его вытаскивать будем? Господи. Ракурс подбери получше, дядя. Работай, работай, по полной программе. Присядь там, не знаю, прилях что-нибудь вот это. А! Бежим!
Ну, как говорится, халявные 750 скрапа, да? Ты коня убиваешь? Ты коня убил? Я убей его! И когда я перерабатывал ресурсы, я познакомился с еще одними соседями, которые сидели постоянно в окне. Не, он жив. Это мне переработаться надо, они не дают. Мне ткань нужна. Да, голову, еще голову дал. Так, я знаю то, что я очень сильно хотел сделать. Я хотел отстроить свой гараж. А для этого мне что нужно? Правильно, второй верстак, который я прям сейчас воткну. За вторым верстаком следует у меня бандит кэмп, на который я должен сбегать и закупить очень много всего. То есть я должен сколько скрапа? 50, 75, 50, 75, 75, 175, окей. Ну, я думаю, это не особо и большая проблема на самом деле. Ща решим. Отлично. Там, походу, кто-то рейдит. Вау. Вау. Тут челик спит, крикет. Чё? Питон? Далеко собрался? Дружок. Я не пойму, а что с тем домиком на горе? По-моему, он сегодня был целенький. Он гниет. Этот домик гниет, это факт. Надо хилочки скрафтить и вернуться туда, посмотреть, что там у него. Далеко собрался? Оу! Ну ты ж не самый умный, да, дружок? У него одна дверь всего. Алло, дружище, ты тут? Ты в доме? Yo, man. Can you hear me? Man, where are you from? Okay. I killed you 3 times, but I'm friendly. I want to build my hotel, you know? And you try to kill me with double barrel. Sorry. I live so close to you. Take it. Hey, bro, you can take this shit for me? I'll show you my base. This is my very beautiful base. Nice. Wait, I can give you ammo. Вот эту машинку можно собрать. Я решил посмотреть, что это за сгнивший дом. Ведь там был челик, который сидел с берданочкой на крыше. И если он там был, это означало, что там что-то есть. Тем более, эти ребята постоянно стреляли с крыши. По-моему, эта база не вся гниет, это только металл. Да, так и есть. О! У этих типов все открыто. Офигеть, там ящиков!
Я могу гаражку только бахнуть и все, 200 хп. Я надеюсь, мне хватит немного пороха. 1000 пороха, это 400 чели. Блин, я не знаю, нет, этого не хватит. Раз, два, три чельки, хотя... Ну я надеюсь... Тут типы спят. Лол. Плюс сачелька. Это уже окуп. Тут и уэрочки. Ой-ой-ой-ой-ой. Нормально. Третий верстак в мою хату приехал. Вот это нормальный заход. Ха, вот это я угадал с домом. Просто повезло. Так, мне нужно 2000 пороха. У них в доме осталась одна МВК-дверь с лутовой. И мне стало интересно, что за ней, и я решил ее добахать. О боже мой! Офигеть тут всего. Офигеть тут пружин. 9 корпусов на калаш. Я теперь могу тупо обмазываться калашами. Чувак, забей, надо домой бежать. Там ящик берданок, там ресов дофигища. Я сделал туда еще несколько ходок, перенес все домой и остатки решил отдать какому-то первому попавшемуся бомжику. Тут можно подлутать немного всего. Если тебе что-то надо, забирай. Тут смотри, вот тут пушки есть, тут пушки, тут немного всего. Вот тут смотри, берданок много. И антирадов. Хватай. Я схватил косарь скрапа и поехал закупать металл, так как мне нужно было строить мой новый дом. И я отстроил свой новенький домик и выбрал место, где я хотел бы отстроить свой отель. А создание отеля вы увидите в следующем ролике. И если вы его ждете, обязательно ставьте лайкосик, ведь он выйдет совсем скоро. Всем пока!